На орбиту этой ночью выведены три спутника связи Минобороны России. Их запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области с помощью ракеты «Рокот». Все прошло в штатном режиме. Разгонный блок и космические аппараты серии «Родник» отделились в расчетное время. Со спутниками поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Аппараты связи должны проработать не менее 5 лет.